Отдыхаем, значит, день назад. У вас очень много интересных и обучающих курсов. А вот влияние Луны на самочувствие человека. Да, это, смотрите, там как раз в моих книгах и описано, как лунный цикл влияет. Все дни расписано. Я, понимаете, этот лунный цикл, он мне задолбал, потому что на Первом канале мне приходилось раз, грубо говоря, в месяц, это точно, переписывать новые лунные сутки, потому что им надо было, чтобы лунные сутки постоянно были другие. И за этим следили. Так что уж тут я написал, переписал, как Луна влияет. Все это есть в беретмологии. Я такой информации на вашем канале не нашла. Так не на канале, это в книгах есть. Вы идите туда на сайт, смотрите, там все это есть. Меня очень интересуют лунные циклы. Хотелось бы побольше узнать о их влиянии на жизнь и здоровье человека. Лунные циклы, луна, светило, которое ближайшее к нашему, к Земле находится, ее влияние за счет гравитации, за счет других интересных вещей, потому что гравитация, она влияет не только притяжением, но это притяжение, оказывается, несколько еще действует по-разному. Она оказывает колоссальное влияние на жизненные циклы планеты Земля, и особенно, естественно, влияет на нашу жизнь, особенно на жизнь женщины, потому что месячный цикл, он как раз приурочен к нормальному лунному циклу. Там планктон в океане размножается в зависимости от приливов, отливов. То есть огромная, если практически не вся жизнедеятельность планеты Земля и нашей собственной жизни в той или иной мере связана с движением Луны, с ее влиянием на жизненные процессы, как в целом Земли, так и нашего организма в части. При этом и влияние идет не просто по физиологии, а по психологии, по умственным показателям, по, знаете, каким-то таким эзотерическим вещам. То есть она по многим влияет. Значит, смотрите, мой сайт, а не это. Я практически на любую тему могу взять свою любую книгу, которая это имеется, это зачитать. Но я не привык, что, знаете, вот повторять вот это вот. Но я просто не могу. Есть люди, которые вот написали лекцию, и они ее чешут слово в слово, уже выучили. И более того, даже эти книги написали по своим этим лекциям. Я как-то одну прочитаю, так вот вдохновенно, так. Вторую я уже читаю по-другому. Третью у меня уже как-то и желания нет. Сколько можно толдычить одно и то же. Так, Лада Смирнова, Денис Зет. Я тоже хотела получить книги, но было как-то неудобно просить бесплатно, поэтому зря вы думаете, что знания никому не нужны. Но так уже сколько времени прошло. Мне уже просто надоело их уже пересылать, отсылать и так далее. Вот я выложил, читайте и, пожалуйста, пользуйтесь. Они лежат просто не у вас на компьютере, а на моем сайте. Зашли, интернет есть, и читайте. Может, люди хотят сами купить книги, читать бумажную версию. Ну, бумажную версию, увы, я не могу сделать. Лично я важно карандашом подчеркиваю и ставлю пометки на полях для себя. Так что кому нужно, тот тебе достанут из-под земли ваши книги. Ну пускай. Сейчас они уже не издаются, не переиздаются. Не знаю, где их достанете. Хотя у меня кое-что там имеется. Но я тоже не занимаюсь этим делом. Высылать, отсылать. Так, Наум Беспеков, день назад, лентяя, даже если видео пошагово сделать, он палец о палец не ударит, а человеку, находящемуся на грани, достаточно одной вашей книги об очищении. Правильно, вы как-то писали эфир к одной из ваших книг, дословно я помню, что человек начал заниматься оздоровлением, чтобы человек начал заниматься здоровьем, он должен оказаться на самом дне, чтобы он дошел до ручки. Ну, примерно так, да.
А здоровые люди, увы, этим делом заниматься не хотят. Вот когда они только все это вот упустили, жизненная сила ушла в результате такой жизни самотеком, а не дай бог еще появились такие какие-то заболевания серьезные, вот тут-то и начинаются поиски. Ну, для этого мои книги на сайте есть. Так,